Великий Устюг – один из древнейших городов Русского Севера, сохранившего богатое культурное наследие. Одно из главных достояний нашего района сегодня – это активная молодежь. С каждым днем молодые устюжане преображают свою малую родину, прославляют Великоустюгский край. Стала замечательной идеей уже на протяжении многих лет в Великоустюгском муниципальном районе в этот праздничный день открывать молодежную доску почета. Занесение имени на доску почета – это форма морального поощрения и общественного признания заслуг. Особых заслуг в образовании, культуре, физической культуре и спорте и, конечно же, в активной общественной жизни нашего района. У нас замечательная молодежь. Среди тех, кому была оказана такая честь, оказалась и студентка медицинского колледжа Ксения Рябова. Девушка ведет активную общественную жизнь. Она не только отличница, спортсменка и красавица, но и разработчик лекций по здоровому образу жизни. Портрет девушки на молодежной доске почета – это своеобразная награда за проделанную работу. Хотя еще несколько лет назад Ксения и мечтать не могла об этом. Такая есть гордость, радость за то, что все-таки оказалась на этой доске. Когда на первом курсе приехала, гуляла по улице, смотрела на доску почета, где были другие ребята. Вот думала, что было бы здорово тоже оказаться на этой доске. И вот на третьем курсе моя мечта осуществилась. С первых дней обучения Ксения показала себя ответственной, исполнительной и дисциплинированной студенткой. Постоянно стремится к саморазвитию, участвует в семинарах, слетах и форумах. Я испытываю чувство гордости, что портрет Ксении висит на молодежной доске почета. Потому что на самом деле она достойна. Человек, который является старостой группы, она идет, занимает активную жизненную позицию, всегда ответственна, можно всегда на нее положиться, потому что в этом человеке уверен, что она все сделает так, как необходимо. У нас Ксения в группе очень позитивная, она веселая, у нее постоянно хорошее настроение, так сказать, душа нашей группы. Мы очень рады, что Ксения у нас висит на доске почета. Очень гордимся. Хотелось бы пожелать этим замечательным людям счастья, добра, сил и новых побед, которые важны как для них самих, так и для всего Великоустюгского района. Андрей Жилин, Антон Карев, новости провинции.